Яндекс Ньюс. Сегодня по скайпу будем разговаривать с депутатом Сейма от Объединения для развития ЗА Мартиншем Бондарсом, также главой комиссии, бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, господин Бондарс, мы, может быть, сразу начнем с такой актуальной повестки дня. На прошлой неделе вы стали таким одним из главных ньюсмейкеров, можно сказать, и про вас много говорили, вас много обсуждали и при вас, и не при вас, и в том числе, наверное, не знаю, насколько можно сказать, приятное или неприятное для вас было обсуждение, и в том числе и в Объединении для развития ЗА, где тоже делились мнения по поводу того, надо ли вам оставаться во главе бюджетно-финансовой комиссии с учетом сложившихся обстоятельств и вынесенного решения по Крайбанку, которым вы когда-то руководили. Как вы можете описать прошлую неделю для вас и сложившуюся ситуацию? Прошлая неделя, ну, конечно, нелегкая неделя, но в том числе, ну, такие недели бывают в моей работе. Ну, насколько вот это решение, которое было принято, что вы можете оставаться, были ли у вас сомнения, что будет принято другое решение по поводу вашей должности? Я бы был огорчен, если развитие ЗА не провела такую дебату, дискуссию, и там бы было только одно мнение. Ну, а вы сами как считаете после того, что, потому что вы, ну, сами знаете, не первый раз уже говорят о том, что надо ли, может ли человек, у которого суд решил, принял решение, что надо взыскать деньги, что вы должны заплатить эти деньги, может ли он возглавлять бюджетно-финансовую комиссию? Знаете, не надо, как говорится, есть мифы. И миф такой, я просто снимаю сразу мифы. Uh-huh. Если одна и та же самая группа людей, которая сама принимает решения и сама, ну, занимается, ну, скажем, сама тусует, сама едет на похороны, сама принимает решения, принял решение насчет меня, ну, я не могу быть таким, который нравится всем. Ну, им не нравлюсь. А насколько дискуссия в партии, была ли она для вас, ну, неожиданной, были ли какие-то, может быть, мнения, выступления, которые раскрыли ваших однопартийцев с другой стороны для вас? Знаете, чтобы говорить над этой темой, нужно просто прочитать, что же произошло в прошлом. Я понимаю, конечно, можно поверхностно говорить, знаете, там решение, там суда, смотреть так. Можно так. Но можно и смотреть, что же там произошло? Ну, давайте и поговорим, что же там произошло. С вашей точки зрения. Ни один закон не был нарушен в 2008 году. Вы же тоже, когда новости читаете, вы же читаете насчет прошлого, не насчет будущего. Что будет через 100 лет, или через 2, или через год. Сейчас... Ну, если есть люди, которые хотят принимать решение, что никакое решение я должен был принять в 2008 году, а как это решение выглядит с 2020 года, в 2008 год, ну тогда, ну хорошо, ну ладно, ну, ну в такой стране живем. Я надеюсь, что можно это изменить. Страну хотя бы. Решение больше изменить нельзя. Но при этом вы собирались и не исключаете обращение в Европейский суд по правам человека. Ну, знаете как, конечно, не исключаю. И, знаете, можно жаловаться только на суд, нужно жаловаться на суд. Я напомню, телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Можете звонить нам, в том числе задавать свои вопросы. Вы упомянули будущее, что можно ли поменять страну. В общем-то, будучи и депутатом, и главой бюджетно-финансовой комиссии Сейма, как раз-таки в ваших руках, в том числе, изменения. Что вы можете сказать? Мы понимаем, что за последние 3 месяца очень много чего произошло, изменения и решения принимались очень стремительно. Как вы оцениваете этот период и изменения? Может быть, шаг вперед какой-то Латвия сделала за вот эти пару месяцев пандемии?
мир живет в общей сложности, другой ситуации уже последние 3 месяца, с начала февраля. И Латвия, конечно, часть мира, и это касается тоже нас. И я горжусь тем, что сделали те люди, которые были ответственны за ситуацию с здравоохранением в стране, и что у нас, скажем, те потери, которые есть, мало потерь по сравнению с другими. Если про финансовую поддержку, мы понимаем, что когда была объявлена чрезвычайная ситуация и было принято решение перевести часть на удаленку, людей попросили самоизолироваться и минимально находиться на улицах и в общественных местах, что это подрывало экономику и много сравнивали с тем же кризисом 2008 года, что похоже, что не похоже. И тогда же были приняты решения о помощи, были приняты они достаточно быстро, но оказалось, что достаточно много нюансов, как с ними справляться. И Сейм в том числе. Знаете, чтобы, во-первых, если говорить насчет здравоохранения, тогда это был еще есть первый главный вопрос любого правительства и правления. Если говорить насчет экономики, это гадать будущее. И, конечно, гадать будущее не удается не только индивидам, но и не удается и правителям. Да, ну, скажем, очень четко и ясно. И кому-то не нравится, что правитель делает, правители ошибаются. Ну, нормально. Но эта связь, вот эта обратная связь, она была, вы ее чувствовали? Потому что мы много с кем говорили здесь, с министрами в том числе, что и они говорили, что часто они получают от отраслей какие-то, ну, пожелания, скажем так, фидбэки, да, что работает, что не работает, что надо было бы принять. Вы чувствовали эту обратную связь? Я чувствовал, да. Самый, вот, наверное, главный вопрос, который, ну, вот, я понимаю, для правительства, кому дать деньги, то есть понятно, что помочь абсолютно всем, как, ну, выражение разбрасывать деньги с вертолета, это, ну, к сожалению, в нашей стране невозможно. Вот как вы считаете, механизм, который сейчас вот пытаются найти, я понимаю, что еще вырабатывается, для того, чтобы определить, какие отрасли, какие предприятия наиболее нуждаются в помощи? Вот этот механизм может ли быть найден, и вот, ну, каким вы его видите? Ну, я, если бы, скажем, если я бы был в правлении страны сейчас, не в Сейме, который смотрит на правление страны, или ну, скажем, у нас немножко другая работа, я бы занялся кредитованием экономики. И это немножко иначе, чем социальная помощь предприятиям, и чтобы они остались живы. Что, расскажите поподробнее. Поподробнее насчет кредитования? Да. Я считаю, что, ну, каждый предприниматель принимает на себя риски. И если он или она считает, что есть будущее у этого бизнеса, тогда они берут кредит долгосрочную, за маленькие проценты государство кредитует. Но это то, что Алтум сейчас предлагает, насколько мы понимаем. Ну да, но немножко более облегченными, скажем, ну, условиями, чем сейчас предлагается Алтумом. Но Алтум же тоже работает по принципам, которые установило правительство. Но если, например, этот бизнес испытывает проблемы и есть вот высокая вероятность, что он не сможет, ну, вот, отдать кредит в какое-то ближайшее время, насколько, то есть эти предприятия должны закрываться, этот бизнес должен, ну, банкротиться, получается? Знаете, я не могу вам сказать, это очень теоретическая модель. Например, есть такая автокомпания Tesla. Нужно кредитовать Tesla в Америке или не надо? Не знаю. Они тоже в минусах и все время все плохо. Но производят. Ну, у них такая, мне кажется, вообще глобальная своя идея, за которую кто-то готов, наверное, платить. Ну, предпринимателям Латвии тоже есть глобальные идеи.
Ну, иногда да, получается, что поддерживают ради идеи. Вы сказали, что вы по поводу социальной помощи сейчас, считаете ли вы, что эта ситуация может как-то повлиять и изменить вот эту среду предпринимательства в Латвии? Мы знаем, что последние несколько лет активно поддерживались и малые предприниматели с помощью того же режима микроузнемомса и средний бизнес, и сейчас как раз-таки он в такой самой сложной, наверное, ситуации. И мы знаем, что и микроузнемомсы тоже не сразу, например, включили в этот список поддержек. Надо ли их поддерживать и в каком объеме? Я говорю, кредитование – один из тех способов, которые можно использовать для поддержки mm-hmm. любого. И большого, и маленького, и предпринимателя, и тем, который занимается патентной, скажем, патентной работой и так далее. Всех можно поддержать с помощью кредита. То есть меньше социальной помощи, как выплаты, и больше кредитования, на ваш взгляд, было бы? Ну, предпринимателя. Угу. Именно да. Предприниматель, потому что... Я не говорю насчет тех жителей, которые нуждаются в социальной помощи. Да, но если мы вот говорим о предпринимателях, есть целые отрасли, есть отрасли, которые что-то производят, есть отрасли, которые организуют, как бы, ну, вот, например, культурные какие-то мероприятия, и если говорить вот об этом, то там абсолютно все встало, и даже непонятно, когда, например, ну, те предприниматели, которые организовывали большие концерты, большие какие-то массовые мероприятия, они смогут вернуться к работе, но все равно им нужно... Ну, содержать, они пытаются сохранить свою команду, они пытаются каким-то образом поддержать своих работников. Вот здесь непонятно, на что они могут брать кредиты. Брать кредиты просто, чтобы платить зарплату своим сотрудникам? Это им рассуждать. Uh-huh. Они предприниматели, они те, которые предлагают услуги. Без культуры они понимают, что жизнь не будет продолжаться, культура будет. Uh-huh. Но уже не в таком объеме. Ну, его увидим. Я не знаю. Я не могу угадать будущее. Я уже это говорил в начале передачи. Если мы говорим про помощь, которая была оказана вот в размере 180 евро, то есть та помощь, которую, когда было понятно уже, что достаточно высокий уровень у нас зарплат в конвертах и теневой экономике, тогда было принято решение, что вот эту минимальную размер 180 евро получат все, вне зависимости, соответствует компания, в которой работали люди, критериям или нет изначально выдвинутым. Вот как вы считаете, нужно ли было принимать это решение чуть побыстрее, и было ли ясно, что у нас такое количество серой экономики все равно остается, несмотря на то, что с ней боролись уже давно и достаточно активно, в большом объеме? Да. Вопрос был насчет, нужно было принять ли больше раньше. Раньше. Знаете, как это всегда битва с временем. Я не знаю. Но если смотреть назад, то, конечно, можно бы было принять раньше. Если смотреть вперед, кто знает, какой будет завтра, завтрашнее утро. Ну, по такому интересному принципу на каждый вопрос. Мы в таком мире живем, потому что мы фактически живем в мире, где мы должны смотреть в лицо непонятному, неизвестному. Да, но я... Есть такие вещи, которые мы знаем и понимаем. Есть такие вещи, которые мы знаем, но не понимаем, и есть вещи, которые мы не знаем и не понимаем. Но да. Решение все равно принимать надо. Но ведь с другой стороны, смотрите, ведь как раз-таки политики, наверное, те люди, которым общество делегирует вот эту миссию заглядывать в завтрашний день, потому что именно они должны принимать решение вести куда-то людей, и если вдруг лидер говорит, я не знаю, я не понимаю, что будет завтра, то, наверное, общество будет волноваться немножко.
Ну, я понимаю, но, конечно, мы живем в таком мире нормальной ситуации. Лидеры живут немножко шизофренической ситуацией, потому что они говорят вперед, показывают, куда идти, и потом задают себе вопросы, правильно ли они сказали. И так все время. И так все время. По поводу вот серой экономики, еще возвращаясь, для вас стало сюрпризом? Потому что мы слышали от той же главы СГД, например, что вот, оказывается, какая у нас ситуация, что такое количество у нас неофициальных зарплат, поэтому люди не могут получить пособие. Вы были удивлены или понимали, что такая у нас ситуация в Латвии? Знаете, как вопрос солидарности всегда был очень явным вопросом для не только для Латвии, но вообще для Восточной Европы. И вопрос серой экономики — это вопрос солидарности. Это что значит, что могли как-то прикрывать глаза и понимать, что по-другому люди не выживут, поэтому вот так? Нет, ну есть часть общества, которая считает, что то наложенное на их плечи очень серьезно. Ну, например, наше поколение ответственно не только за себя, ответственно за своих родителей, ответственно за детей. И это финансово ответственно, не только морально-этически ответственно. И это серьезная задача. Но, знаете, это тоже вопрос налогов. Ну, может быть, просто люди, и когда люди говорят, что мы готовы платить налоги, но они для нас неподъемные, или если мы будем платить все налоги, например, наш бизнес не выживет. Если бизнес не может выжить, платив налоги, тогда, плохой бизнес-модель. Значит, не бизнес. Что поделаешь? Ну, такова ситуация. Ну, тогда нужно для той страны менять бизнес. Но ведь всегда есть возможность, например, что-то подрегулировать и с налогами. То есть иногда бывает, что государство, как в сказке, вот в русской, просто режет курицу, которая несет золотые яйца. Государству кажется, что, может быть, слишком много зарабатывает предприниматель, а на самом деле предпринимателю просто это необходимо для того, чтобы дальше развиваться. А какие правильные налоги, чтобы 100% населения сказало, что правильно? Ну да, вот это, но это вот, наверное, и должны решать политики. Да, я понимаю, ответственность на наши плечи. Да, у нас есть звонки, да, очень много звонили. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Господин Бондарс, один к вам конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему со времени создания в 92-м повторно независимой Латвии ни одно правительство не пошло путем увеличения налоговой базы, то есть тех, кто может платить налоги, а исключительно всегда только поднимало налоги. Спасибо. Что скажете? Знаете, как всегда, это вопрос, а кто может платить? Все говорят, что не могут. И если поднимаются налоги, на тех людей, которым хватает воды и хлеба в холодильнике, и они могут, они просто регистрируются в других странах. Тут приходил вопрос по СМС. Можно ли все-таки сравнивать ситуацию в США и Латвии? Не слишком ли все-таки разные весовые категории? То есть, я понимаю, что вы где-то сослались на опыт США. На Теслу, да? Да. Послался, да? Конечно, разные весовые категории. Но у нас же нравится сравниваться с большими ребятами. Хочется к ним тянуться, наверное. Это нравится. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Господин Бондарс, вот с Крайбанком там по-любому, как с вами не разговариваю, вы ни при чем. Но вот если на цифры немножко перейти, вот всеми уважаемый Паулс потерял в Крайбанке около миллиона. Вот вы можете назвать цифру, которую вы потеряли во всей этой, комбинации? Или, может быть, вы что-то приобрели? То есть какая-то цифра конкретная, не общий разговор, что вы не виноваты, а просто вот понятно, плюс-минус. Понятно. Я не знаю, как оценить 5 лет, которые судятся со мной, ликвидатор Крайбанка. Но я уже потерял 5 лет и еще потеряю.
Я не знаю, как эта цифра. Может быть, вы хороший, на ухо слышно, что вы хороший бизнесмен, может быть, можете сказать, сколько это 5 лет цифр. Господин Бондар, сегодня бюджетно-финансовая комиссия будет рассматривать предложение по поправкам к закону о преодолении кризиса COVID-19. Какие предполагается принять решения? Было к этому закону подано 21 предложение поправок. Какие-то, может быть, вы можете рассказать такие основные вещи, которые сегодня могут быть рассмотрены и одобрены, может быть, с комиссией? Я не знаю. Это будущее. Это будущее. Хорошо, господин Бондарь. Тогда о прошлом. На прошлой неделе электронное голосование Сейм пробовал вести. Мы знаем, что какие-то карточки или какие-то устройства были введены для того, чтобы было возможно электронное голосование. Мы услышали от госпожи Резницы Озола, она так критично отнеслась к этому. И, в общем-то, ну, отзывы были в Твиттере достаточно много от тех, кто попробовал. Ваши ощущения? Просто великолепно. Вам все понравилось? Все в порядке было? Все удобно? Просто, знаете, в по-латышскому есть такое, люди говорят: «Эй, Сайма!» Сейчас у нас есть «Эй, Сайма!» Ну, а насколько это эффективно и жизнеспособно, как вы думаете? Эффективно, супер жизнеспособно, я не знаю. Эксперты безопасности должны сказать. Но эффективно, супер. Ну, вы предполагаете, что это может вообще перевести? То есть сейчас не надо будет там, например, собираться всем вместе, обсуждать какие-то дебаты, разговоры и прочее? Ну, дебаты для Сейма – это очень важная часть. То, что, например, я сегодня утром могу говорить из дома и мог поспать больше и не ехать в студию – это хорошо. Но может ли Сейм работать долго в таком режиме? Потому что мы понимаем, что все-таки, когда это очно происходит, и можно поговорить, это как-то время тоже, задать какие-то вопросы перекрестные, уточняющие. И другое дело, когда это происходит в электронном виде, там не всегда можно задать. Кто-то не расслышал, кто-то не услышал, кто-то отвлекся и так далее. Знаете, даже когда мы на месте, кто-то не услышал, кто-то не расслышал, кто-то отвлекся. Угу. Это согласна. Но с другой стороны, всегда есть возможность где-то в перерыве переговорить с кем-то с глазу на глаз, а если это вот в электронном голосовании такая возможность? Да, есть пауза курения, угу, и так далее. Но я не курю, я извиняюсь. Да, у нас просто очень много звонков, наверное. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Знает ли господин Бондарь, в какое количество раз нужно сократить аппарат управления государством, чтобы это было ощутимо для людей, и они, согласно этой реальной цифре управляющих, а не такой армии паразитирующих сотрудников, могли бы ощутить на самом деле, что уплаченные налоги... Ну, понятно, да, вопрос понятен, спасибо. Да, вот, ну, я понимаю, что какой должна быть, вот, каким должен быть госаппарат, чтобы люди знали, что налоги действительно идут на пользу, ну, которую они заплатили. Честно, я вам скажу честно, не знаю. Потому что, знаете, как вот люди сейчас в это время, когда коронавирус у нас, ну, госаппарат должен делать очень многие вещи. Какой должен быть госаппаратом в это время, который обслуживает во время коронавируса, я не знаю. Но при этом достаточно много, и премьер в том числе. И не хватает. И не хватает людей. То есть и сейчас не хватает людей? И сейчас не хватает людей, а что делать, не знаю. Люди говорят, что слишком много, услуги хотят. Ну, такова всегда ситуация. Да, но всегда выглядит, что там в госаппарате живут очень много паразиты. Оказывается, там очень мало людей. Но смотрите, ведь всегда есть какой-то объективный показатель. Это коэффициент, если мы берем количество жителей и количество госаппарата. Это, в принципе, можно всегда вычислить, но поделить одно на другое. И вот этот коэффициент, вот каким должен быть коэффициент? Сколько должно быть, ну, не знаю, там в госаппарате на, ну, не знаю, на 1000 жителей, сколько должно быть чиновников?
Но я вам спрошу другой вопрос. А насколько жителей должно быть государство? Ну, тут государства бывают разные. Бывает Ватикан, Лихтенштейн, бывают Соединенные Штаты Америки, Китай, да. Россия. И у каждого, у США другие задачи, у нас другие задачи, у Лихтенштейна другие задачи, у Ватикана другие задачи. У каждого свои задачи. Продолжим тогда принимать звонки. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Если ведущие позволят, господин Бондарев, короткий философский вопрос. Что такое, по-вашему, порядочность? Спасибо. Что скажете? Ну, конечно, пожалуйста. Ну, я же, знаете, как свободное государство. Вопросы можно задавать любые, и философские, и прямые. Ну вот, задают вам вопрос, что такое порядочность. Нужно подумать. Нужно подумать. Вот, ну, знаете, как можно, чтобы дать интервью на 2 часа, можно сейчас начать. Но Столько времени у нас нет. Нет, а твиттерский ответ нужно подумать. Да, здравствуйте, пожалуйста, еще один вопрос в эфире. Извините, еще раз, да. Уточню вопрос. Да. Не знает ли господин Бондарев, какое количество государственного аппарата существует в наших соседних государствах Латвии и Эстонии. Литве и Эстонии. Литве и Эстонии в процентном соотношении. Ну, я понял, да. То есть, ну, наводит это его на какую-то мысль, что там просто электорат. Хорошо. Больше или меньше, вот, например, вот если мы говорим больше или меньше госаппарат в наших, у наших соседей, насколько вот если по сравнению, или они решают тоже свои задачи? Ну, знаете, я тоже так могу ответить. Знаете, у наших соседей больше умерло людей в течение этого времени. Это факт. По поводу решений, которые уже были приняты, я знаю, что вы ответите не знаю, но все-таки задам этот вопрос. Может быть, вы сможете как-то оценить с вашей стороны, как вы считаете. Достаточно много критики было по поводу того, что в прошлом году Сейм не принял поправки по поводу повышения зарплаты, обещанного медикам, на те суммы, на которые было обещано. Сейчас мы видим, что этот кризис ударил в первую очередь по медицинской части, что вся нагрузка, очень много нагрузки было на медиков, врачей и медперсонал. И сейчас, например, когда выделяются сотни миллионов евро на поддержку AirBaltic, и, возможно, это оправданное решение, но и медики при этом, так робко поднимая руку, говорят, что мы тоже хотим, можно ли нам выделить хотя бы то, что было обещано до этого, вот в этих рамках. То есть непонятно, сейчас они получают доплаты, что будет после 9 июня, пока что не ясно, будут ли приняты решения о том, чтобы медиков поддерживать финансово. Что вы на этот счет думаете? Я знаю, что развитие ЗА будет бороться, чтобы медикам было дополнительное финансирование. После 9 июня уже. Да. Вот говоря, кстати, и про медицину, и нет ли все-таки каких-то плюсов в этой ситуации, пандемии, но я имею в виду то, что она ускоряет какие-то процессы, которые, ну, неминуемо происходят в мире. Например, становятся более популярной консультации врачей удаленно, то есть врачи больше, ну, люди меньше приходят в поликлинику, сидят в очередях, то есть начинается и стали люди больше удаленно работать, ну, те, которые это могут себе позволить. Учиться. То есть, ну, какие-то, да, учиться удаленно. То есть вот многие процессы, которые до сих пор были, ну, произошла какая-то катализация этих процессов, которые, в принципе, постепенно происходили, но сейчас вот мы видим какой-то сдвиг. Вот вам, не, ну, вот как вы не видите каких-то плюсов, может быть, во всей этой ситуации? Я вижу, что эта ситуация послужила катализатором многих процессов, включая парламент Латвии, который должен был ввести, ну, скажем, интернет-сейм или интернет-парламент, который долго не могли ввести, потому что очень консервативная среда. А сейчас просто надо было принимать эти решения. Да. Но нужно понять, что где-то полмира живет без интернета. Полмира.
Об этом тоже да, много говорили, что недоступно очень много. Оказались изолированы во всех смыслах. Мы в Латвии живем в таком мире, где мы не понимаем, что такое нет интернета, что такое нет питьевого воды. Мы не понимаем. Но большинство из мира не владеет этим. Да, звонок? Да, у нас очень много просто звонков. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Хотелось поблагодарить в понедельник. Очень приятно юмористическую передачу послушать. Вот, вопросы конкретные, ответы не знаю. У вас как вопрос будет? У вас, да, ваш вопрос. Вопроса нет, я поблагодарить хотел. Да. Понятно. Есть. Здесь вот сорвался звонок, пока мы говорили. Да, пожалуйста, хочется сказать. Господин Бондарс, а вы как, вот если так о личном немного, как вы переживали? Может быть, знаете, за это время много было, и социальные сети прям давили, честно говоря, на людей, которые продолжали работать тем, что сейчас можно вот списки фильмов, списки книг, списки курсов, чему научиться и прокачать себя, скажем так. Вы что-то за это время успели сделать для себя? Как для человека. Из этого то, что вы перечислили, я еще работал в саду. О. Вот, тоже хорошо. Тоже сажал деревья, сажал кустов. Это каждую весну происходит? Или... Очень много работал в саду. Мне это нравится. С детьми вы успели поучиться? Тоже мы задаем всем, кто у кого дети, успели ли они как-то, аукнулось ли на них домашнее обучение, и потому что все равно, даже если это взрослые уже дети, там подростки, все равно они все время дома должны были проводить. Я один из тех людей, которые учатся детей. Что узнали? Не с детьми. А я учусь, как они переживают это все ситуации. И как, в общем-то, все в порядке без... Знаете, как сами старшие меня учат, как жить, как правильно жить. Младшие мне говорят, младшие тоже показывают, что они, как, что, почему. Ну, интересно. И жутко интересно. Да, у нас просто разрываются все равно телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Господин Бондарс, как много слов и страсти, но что? Нет в них смысла. Это самое страшное, то, что мы имеем. У вас вопрос. Свободного времени. Ваш вопрос. Все нам, а мы вам ничего. Вот скажите, что вы сейчас сказали? Странный очень вопрос, спасибо. Все, да? Да, по-моему, как-то... Вот мы про технологии мы поговорили, что они достаточно быстро были сейчас внедрены, потому что просто так надо. Что вы думаете о будущем? В какую сторону мы будем двигаться? Будет ли развиваться как раз IT-технологии? Или мы, не знаю, перейдем на производство дезинфекторов и масок? Что в ближайшее время может поддержать нашу экономику? В какую сторону смотреть, например, предпринимателям? Если Анастасия, я бы знал, я бы был очень богатым человеком. Ожидать ли вторую волну коронавируса? Насколько серьезно, мы все время читаем о том, что ученые предупреждают, что вторая волна может быть еще более опасной, учитывая вот опыт испанки, когда в 2019 году именно вторая волна была самой смертоносной. То есть не слишком ли мы расслабимся, и вот эти послабления, которые сейчас происходят, мы видим, что люди, даже забывают действительно о том, что сейчас такая опасная ситуация. И, я, например, вижу, что молодежь гуляет вместе, то есть, собираются компании, то есть, как будто бы все стараются вернуться в прежний ритм жизни. Ну, знаете, как нужен так по-английски называется wake-up call. Ну, ничего поделаешь, такие нужны. Ну, что поделаешь, что люди должны... Будильник, не можно проснуться, если нет будильника. До тех пор, пока мир не достанет вакцину от коронавируса, будет жестокая ситуация. Или мы не научимся лечить коронавирус. Будет жестокая ситуация. Хорошо, что в Латвии не ситуация, где у больницах стоят рефрижераторы, где кладут трупы. И те полны, негде класть. Хорошо, что нет такой ситуации.
А в чем все-таки вот действительно было наше преимущество? Почему в других странах, США, Россия, там Италия та же самая, Испания, там гораздо все кто-то было... Кто-то говорит про менталитет, кто-то говорит про быстро принятые решения. Кто-то говорит, что действительно у нас люди более, может быть, ну, действительно социально послушные, которые, ну, дисциплинированные, которые больше все-таки себя могут контролировать. Ну, в США тоже люди дисциплинированные и слушают, что говорят и так далее. Но я думаю, что принятые решения играют очень важную часть тут. Ну вот здесь тоже такой момент доверия, и в этой ситуации люди доверились и приняли правила игры, понимая, что есть угроза для здоровья, и всегда, мне кажется, что легче людям донести необходимость каких-то мер, может быть, не самых популярных, если люди доверяют. Вот первый месяц доверие было очень высокое, и даже рейтинги, опросы были, что да, принимаются правильные решения, можно даже жестче, мы готовы на более жесткие. Сейчас появляется все чаще и чаще критика каких-то решений, как вы уже сами сказали, что да, действительно легко говорить о том, что было, да, и судить об этом, и тяжело принимать решения. Но все же, как вы считаете, надо ли делать вот эту ставку на более близкие отношения, если так можно сказать, между обществом и теми людьми, которые принимают решения, правительство, Сейм? Ставку надо делать. Но я не знаю, как получится это воплотить в жизнь. Но в Латвии большинство общества, скажем так, имеет опасения к власти, ну, по общей сложности. И, ну, знаете как, конечно, каждый день мы должны ну, доказывать, что мы принимаем решения во благо общества. Почему не доверяют? Исторически. Это исторически. Но настолько, столько годы в Латвии было, скажем, другие правления, которые, ну, скажем, на кухне можно было рассуждать, что хорошо, что плохо, что ну, сейчас ну, люди еще живут по тем принципам. То есть смена поколений. Нужно поменять поколение. Господин Бондарс, еще один вопрос, не прямо профильный для вас, но все равно такой интересующий. Мы здесь тоже много об этом говорили, о новом здании службы государственной безопасности на улице Бривибас, на месте бывшего велотрека «Марс». И 28 мая на протяжении всей улицы будет пикет. И мы знаем, что в четверг тоже об этом обсуждалось и было принято решение. Уже вроде кажется, что ничего не поменяется. И действительно, ну, вот в этой зеленой зоне на территории бывшего велотрека «Марса» будет построено здание? Или все-таки еще возможно какие-то перемены? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что там будет, ну, скажем, дом службы безопасности. То есть вы за то, чтобы там было именно это здание, и другого места для него вы не видите? Знаете, можно бесконечно говорить, в каком месте должно стоять то или иное здание. Бесконечно можно это говорить. Но решения должны приниматься. Но это решение породило очень много вопросов, и мне кажется, столько, сколько об этой ситуации говорили, ну, мало о какой говорили. 21 век – это век, где пиар работает хорошо. Спасибо, пора нам заканчивать. Спасибо. Депутат Сейма от Объединения для развития «За», глава бюджетно-финансовой комиссии Мартин Бондарс был у нас на прямой телефонной линии. Спасибо за интервью и удачи вам. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам. Всего хорошего.